Мой отец Поляков Владимир Аркадьевич родился в 1924 году в городе Калуга. В 17 лет он уже был на фронте и командовал артиллерийским орудием. За время боевых действий он награжден рядом медалей и орденов. Это орден Красной Звезды, орден Славы второй степени, орден Славы третьей степени и медаль за боевые заслуги. Медаль за боевые заслуги он получил при проявлении сноровки, выдумки, смекалки. В то время, когда наши войска пытались преодолеть водную преграду, они были подавлены вражеской стороной. Отец вместе со своей группой собрали с бревен плот, ночью переправились на противоположную сторону и с рассветом подавили огневые точки противника, чем обеспечили успешное наступление Красной Армии.